Парковки на Московском проспекте на набережной Залива стали платными. Час стоянки обойдется от 10 до 30 рублей в зависимости от времени и места. Платными стали участки дорог у кафе «Университетская» по улице Спиридона Михайлова до главного корпуса ЧГУ, у Московской администрации и у ТЮЗа. Заставленное авто после 18 часов и в выходные платить не придется, как и за первый час паркинга. Исключение – новая стоянка на Ленинградской улице. Здесь льготное время всего четверть часа. В случае неоплаты предусмотрен штраф 1000 рублей. При этом заплатить за парковку можно в течение 2 суток через приложение или сайт chipparking.ru. Также можно купить суточный абонемент. Его цена – 110 рублей.